Привет, друзья! Видеоканал «Русская Америка». Меня зовут Юрий Моша. Пока я жду метро, почему-то первый раз я так вижу такую задержку, что люди здесь все скапливаются и не открывают двери. Ну, давайте, пока жду метро, покажу вам карту Стейтен-Айленда. Я сейчас нахожусь вот здесь. Это как раз терминал, ферри-терминал, куда приходит паром из Манхэттена. А живу я вот здесь. Вот, Паттерсон-авеню и Мидо, пересечение. То есть я сейчас сяду на метро, вот, кстати, открыли двери, люди пошли. И вот черненькое, это как раз метро, поеду до Джефферсон-авеню, до сюда. Здесь стоит моя машина, пересяду на свой автомобиль и потом уже подъеду к дому. Остальные зелененькие, красненькие, желтенькие линии — это автобус. В метро это вот черная линия. Вот такой большой стейт-энелл. Так, ладно, я побежал, иначе я опоздаю, потом мне придется ждать 15 минут следующего поезда. Хотя поезда еще нет. Просто открыли двери и людей выпустили на перрон. Так что возвращаемся к карте. Продолжим изучение географии самого зеленого района Нью-Йорка, Стейтен-Айленда, где я уже живу с 1 февраля. Вот зеленые зоны, как раз это парки. Красивые места. Здесь очень много разных парков, где могут люди отдыхать. Так, ладно, я побежал, а то потом... Еще одна есть, может быть, момент. Поезд подойдет, так мест не будет в поезде. Что-то очень много людей сегодня, наверное. Я просто в час пик давно не ездил, потому что я позже всегда возвращаюсь с работы. Сегодня в 6 часов вышел. Ну, все, захожу в поезд.